Привет! Ты на канале Кай Стример, и мы продолжаем играть в Twilight Survivors. Давайте сыграем вот за этот шарик. Итак, создает защитный барьер и щит. Щит поглощает урон. Значит, во время действия защитного барьера плюс 50% к защите наносит урон противникам, которые касаются защитного барьера. Так, давайте прокачаем талант. У меня 5800 коинов. Я собрал еще коины за выполнение достижений. Так, защита. Пойдет. Так, movement speed. Это что такое? Это атака. А, это хп. Ну, надо все брать. Так, это регенерация. Damage reflection. Вот это мне нравится. Так, вот это что такое? Меньше урона получаешь, это тоже берем. А можно еще прокачать? Давай. Так, damage reflection плюс 100%. Нормальная тема. Нельзя, unavailable. Выполнить лор. Сходите к лору. Давай movement speed возьмем. Так, тут чего? Получаешь Protective Shield, равный 25% максимальному размеру ХП во время рывка. А нам нужен рывок? Ну, наверное, нужен. Ладно, давайте возьмем. Крит шанс плюс 5%. Давай. Область действия. Ну, давай. Регенерация. Ну, давай. Короче, я все беру. Чего тогда было читать? Все. Дори-дори. Так, следующий босс. Какой-то каменный голем. Даже не дали прочитать. Все. Катись колбаской. Мне сказали, обращай внимание на эти, как его... На эволюции. Где вы увидели информацию об эволюциях? Ну да, те, которые собраны, там что-то такое есть. Ну вот. Weapon upgrade. Ну, у меня почти все знаки вопросов. Типа, ну ты качай. Качай. Giant cannon. Золотое свечение. Так, ну значит, вот мне надо взять меч. А больше у меня нет никакой информации. А, щит, мне нужно вот какую-то штуку, как и забор или патроны. Информация про эволюцию стартового оружия, это она более-менее. Да, на. Может, мне что-то забанить? Ну, цепь молнии не хочу. Блять, а подожди, я целый левелап потратил на то, чтобы забанить? Как это тупо. Продолжительность. Но это и счета в том числе. Надо смотреть внимательно. Я все забыл нахер. Вот мне нужен вот меч и такой меч. Только тогда. А здесь мне нужен крит и вот этот какой-то бумеранг. Ну, получше мы будем играть только с теми эволюциями, которые уже видел. Стальная броня, ну, звучит-то неплохо. Давайте возьмем.
Не знаю, я просто их просто уничтожаю. Так, сбивайте врагов с толку. Так, по направлению, по площади. Ну давай, вот какие-то волны. Ну а где нужный навык-то мне, ну, для эволюции? Область. Ну, в принципе, неплохо, как бы, радиус действия. И энергетический щит, может, как-то. Хотя фигня, может. Ну, радиус ауры. Не, ну, в принципе, его, считай, никто не бьет. Видишь, забронированный. Я здесь не могу ничего взять. А что ты... Типа так я не могу прочитать, ты мне предлагаешь прочитать вот строчку, когда это, ну, здорово придумано. Ну, так ощущение, что он бессмертный, ну почти. Урон. Ну блин, а где то, что мне надо? Ну не хочу брать щит. Ну все, считай, эволюция плакала. Не, сейчас-то закрываем и все. А, вот этот меч-то хорошо подходит. Вот этот меч, вот с этим, а это эволюция. Не, все-таки не так плохо. Шанс. Файбол. Ну блин, файбол. Ну такая шляпа шляпная. Ну, я хотя бы увеличу шанс, что мне все-таки дадут штуку, которая эволюционирует с броней шипастой. Вот этот забор. А может он мне вообще недоступен? Что-то не выпал. Вот он. Damage Reflection. Во, пойдет. Ну, кабачок. А, это вот броня, как бы она исчезает. И тогда ты начинаешь терять хпшку. Но тут, чтобы ее снять, надо постараться, псы.
Она раз и восстановилась. И можно опять прессовать. Ну-ка, погоди-ка, погоди-ка. Жареный кабачок. Давай три полосочки, три пингвина. Пойдет. Ну все, ножики. Шипастая броня мощнейшая. Еще защита. Да не, враг не может пройти. О, давай, давай, вот этого, вот этого, вот этого, бычару. Ну куда ты пошла? Отлично. Хрюшка. Это, да, это не бычара, это, наверное, кабан. А может и не кабан. Непонятно вообще. Ну бивни, может, вообще слон. Еще защита. Damage Reflection. Кстати, прокачка... Ну, нет необходимости прокачивать до максимума навыки, чтобы получить эволюцию. Ух, еще броня. Я супер забронирован. Нифига себе, у меня все-таки хпшка-то тратится, что ли? Ну что себе позволяет? А, ну бомбочка, бомбочка, броню много жрет. Магнитик. Ну-ка еще броню. Еще damage reflection. О! Пойдет. Все берем. Все пригодится. Еще немного урона. Зовите еще элиту. Или какого-нибудь кабанчика. Попробуем справиться с ним.
Еще атака. Да, в принципе, наверное, я вообще стоять-то могу на месте. Они же снаряды-то не бросают. Элита, отлично, смотри, там магнит. Ну давай. Я как раз бегемот сейчас возьму. Отлично, отлично. Давай, давай, давай. О, пчела. А это не пчела, это оса злая. Вот вообще добрыми не бывают. Одна ленточка всего. Подожди, а где магнит? Я магнит потерял. Вот он. Давай, 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 назад, назад, назад. Ну. Мочи его, мочи. Ага, эволюция. Sonic Wave. Кабанчик убежал. Так, ну у меня теперь появилась информация, как это эволюционирует. Ну вот эта штука плюс вот это. Ну хорошо. Короче, стоим. Собираем опыт. Враг ничего сделать не может. Damage Reflection. О, смотри, кольцо для сбора второе. А это клещи какие-то. Что из некоторых противников опыт не выпадает. Ну давай. А кто это такой? Бомбочка какая-то. Что это такое? Неплохо, неплохо. Так, коины. Коины? Тоже эволюция. Ну-ка, хренач.
Ну вот поэтому тоже хренач. Коины. Замочили, падло. Одна ленточка всего. Да дайте вы пингвина мне. О, а чё дали? Еще ленточек. Короче, к встрече с боссом я готов. Смотри, бомбочка лежит и магнит. Ну что-то челленджа вообще нет. Может, я пропускаю где-то выбор уровня сложности? Типа, второй раз, если играть, может, ту же самую локацию, то будет выбор. Ну, я просто не пробовал. Так, догадка. Что так выглядит очень легко. Ну, хотя, если зазеваться именно с элитой, она может вынести. Так, я что-то потерял бомбочку. Не вижу. А вот она. Ну вообще получился билд не самый плохой. То есть у меня высокая броня и большой радиус вот этой ауры. Ну и эволюция просто. Ничего себе. Что-то вас многовато. Побольше коинов. Еще коинов. Ладно, давайте еще коинов возьмем. О, сняли щит. Подожди, что-то я не понял. А где? Вот здесь бомбочка, да. Вот так вот. Гигант. Гигант чего? Клоунада. Да, ну у меня damage reflection, но как бы не хотелось бы получать урон, честно говоря, от такого громилы. То есть получить урон от него, это тоже может стоить очень дорого. Что-то он бесится. Ну вот если я получу здесь урон, как он?
Какие-то мелкие удары можно себе позволить пропустить. Видишь, полученный уровень зато S, а все остальное так себе. А, и количество коинов. Ну, он говорит, да ты растешь. Ну-ка, достижение. Прогресс. Коллектор. О, пятихатка. Еще пятихатка, отлично. Так, а ну персонаж. А, вот, что-то там его история. Собрать. А, тут можно просто историю почитать, закасать. Давай почитаем. А где еще можно? Таланты. А, вот что-то открылось. Ну ладно. Так, давайте посмотрим следующего персонажа. Смотри, 7,5 тысяч. Так, и у нас осталось. Подожди-ка. Коллектор. Еще соточка. Взрывающийся слайм. А кого мы не посмотрели? Что-то я не понял. Мы тут всех видели. Ага, вот это еще. Так, подожди, куда надо кликнуть, чтобы это все исчезло? А, вот сюда. Так, ну ладно. Так, так, так. За кого мы сыграем? У нас есть вот эта девушка с молотом. И пацан. Августин. Не, я за пацана хочу сыграть. Рерол. А, или что это? А, выполните полностью ветку и получите плюс один рерол. Да сейчас все наберем. Тут все хорошее. Тут нет плохих штук. Больше опыта получать. Какая-то атака в минуту добавляется. Защита каждую минуту. А, и все. Ну ладно. Так, все, последний. Так, конец гоблинов. 10 минут. А, да подожди, тут еще локации есть. Это мы в детском саду еще как бы разбираемся-то с противником. А здесь, видишь, тут еще снеговики какие-то. Пингвин. Медведь какой-то. Тут еще играть и играть. Да, мы самая нубаская прохода. Ну хорошо. Конец гоблинов. Так, и что там? Что там? Что там? Что-нибудь понял? Так, подожди, у него вот этот вот меч такой вот. Свинг мечом. Где он? А, с вот с... Что-то с сердечко, с плюсиком. Какой-то диск пронзающий. Дай забаним вот эту шляпу. Так, ну бумеранг мне нравится. Вот бумеранг мы возьмем.
Air Blast. Ну это тоже эволюционирует. А, вот написано, что тебе нужно. Отравленная фигня. Ну давай возьмем. У нас все похоже на удар мечом. По-взрослому играем. О, Life Blood. Все, готов посмотреть эволюцию. Взрывающаяся ловушка. Размещает бомбу под ногами своими. Каждый раз, когда передвигается на определенное расстояние. При контакте с противником взрывается. После определенного периода, блять, так и на расплывчато написано, что ни хера не понятно. Надо смотреть. Ну-ка, прожарка слайма. Сейчас ты узнаешь, что такое Air Blast. Вообще, пока не впечатляет этот персонаж. Ну или, по крайней мере, те навыки, которые ему взял. Но это с сюрикенами. А сюрикены мне предложат? Так, под это сердечко, под это непонятно что, под меч меч, под вот это яд. Можно взять реролл. Давайте реролл. Как долго мы мудохаемся самой первой элитой. Ну вообще выглядит это все очень плохо. Если не сказать ужасно. Ну что за фигня? Это не то, что там оценка A или B. Это F. Ну давай еще пару ленточек, ну не жмись ты. Ну уже все, меня вынуждает брать всякую фигню. Давайте луп. Давайте броню тогда. Все, все уже взяли, играем с тем, что есть. Ну то есть делаешь рывки, оставляешь бомбы. В принципе, сочетается-то неплохо с ниндзей. Ну, у него хпшка большая, регенерация есть. То есть у кого-то просто защита повыше.
Ну, кстати, вот это неплохо. Это его основная. Неплохо-то неплохо, там половину хп уже потеряли. Три ленточки, это правильно, это справедливо. Ну-ка, броня, выручай меня. Ну, хрюшка, иди сюда, вот тебя мины ждут. Вроде персонаж усилился за эти 5 минут. О, большой клоп или клещ. На, вот тебе немножко мин. Угощайся. Еще больше лучей. Сейчас мы устроим тут так вот дискотеку. Ну-ка, сколько? Один. Броня 50, ну вообще офигеть. Так, бумеранг дэмидж. Что там? Крит дэмидж. Ну-ка дайте попасть критом. Что-то у меня маловато эволюции.
Оса. Проходите на минное поле. Так. Одна опять ленточка. Ну что за фигня? Так, и давайте опыт возьмем. Оставшиеся докачаем. Так, крит дэмидж, атака. Туда-сюда. Рывок сделал, поставил 4 мины. Да, но столько монет я не заработаю. Как в прошлый раз. Тратить надо будет экономнее. Ну, лучи смерти. Больше, больше надо ставить. Три ленточки, отлично. Все, монетки уже начали давать. Коинов надо побольше, побольше коинов. Все, босс. Ну выходи, подлый трус. Гоблин Архимаг. Нихера себе, что-то он такую область закрыл. А, ну это не мгновенный урон. Он так что-то кастует просто. Лошара. А может он и не такой лошар, посмотри сколько он у меня уже снял. И мои мины-то ему вообще похрен, он стоит на месте. Рывки у меня закончились. Еще не вижу ни хера с этими видеоэффектами. Да ладно, я идеально просто маневрирую между снарядами. Это слишком просто превращается не в слишком просто. Да ёб твою.
Нахрен его. Они сюда не долетают. Пошел он нафиг, я сейчас восстановлю ХП. А что, мои снаряды не долетают до него, что ли? То, что его тупые шарики не долетают, так ему и надо. А мои-то почему не долетают? Блин, качали ему регенерацию, а она все равно какая-то херовенькая. А что это за упыри появляются? Теневые какие-то. Что за фигня? Ну дай ему мечом там чем-нибудь. Где лучи смерти? Мне надо быстрее подходить к нему. Затягивается слишком сильно бой. Ну это он здорово придумал. Просто во все стороны херачить. А если маневрируешь, тогда еще шакалы подходят. Если бы я как-то заметно ему снимал ХП, не понял, а что это? Еще и кабанчик, а он в кабанчика превратился. Не, ну с кабанчиком-то уж я справлюсь. Давай на минное поле. Сейчас мы тебе покажем. Как мы умеем воевать. Не понял. А это что такое? Это нечестно. Дерись честно, один на один. И пройдись по минному полю. Да-да, вот здесь вот отлично идешь, молодец, вот так прямо иди. Да-да-да-да-да, вот так вот. Да иди, иди. Гаденыша. Это ты молодец, мины хорошо собираешь. Разозлили хрюшку.
Ничего, мы сейчас минами опять все завалим. Замочили. О, книжка, ну-ка. Ну ладно, давайте один. А, один нельзя. А, два выбираешь, что ли? Ну давай один. 10% шанс восстановить ХП при нанесении критического повреждения. Может восстановить до 20% от максимального ХП каждую секунду. А это навсегда какая-то супер обилка. Видишь, би. Ну, с боссом так драться нельзя, конечно. Так, ну давайте посмотрим, что открылось. Так, ну-ка, достижение. Коллект, сколько там? 300. Тут фигня какая-то. Карточки какие-то. 15. Это... А бабки, бабки, вот 200. Косарь. Косарь, это хорошо. А полторашка, еще рано. Ну, 7 косарей, неплохо, неплохо. Так. В архивах грибы появились. Что еще появилось? Король кабан. Гоблин архимаг. Неприятный противник. А подожди, так. Оружие. Вот это. Так, ледяные осколки. Скиллы. Так, скорость передвижения. Шарм скорости. Скорость снаряда. Такое себе. Так, открылась девушка-лучница. У нас есть девушка с молотом. Так, а этот... Снежный, да, снежный открылся уровень. Интересно, конечно, подраться с пингвином. Но это мы сделаем все в следующей серии. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующей серии. Всем пока.